Кафе на дереве. Доброе утро! Добро пожаловать в кафе на дереве! Федя, кто к нам приехал сегодня? У нас в гостях Поли Робокар и шериф из тачек. Привет! Мы приехали выпить какао перед работой. Кто сказал какао? И мне кружечка. Значит, три какао? Нет, мне черный чай с мятой, пожалуйста. Хорошо. Федя, сделай два какао, а я сделаю черный чай с мятой. Где у меня какао? Теперь добавлю немного молока. Молоко хранится в холодильнике, иначе оно испортится. Скоро будет готово. Гонщик, а что это у тебя в рюкзаке? Вот, там мой громкоговоритель. Хочешь посмотреть? Да. Ух ты! Вот, а ну-ка, скажи что-нибудь. Прием, прием, шериф на связи. Ха-ха, слышал, как громко. И правду! Чтобы приготовить чай с мятой, нужна заварка. И мята. Где она у меня? Вот. Отщипнем несколько листиков и положим в заварочный чайник. А еще нужно вскипятить воду. Какао готово. Отлично. Вот чашки. Первая. Вторая. И чай готов. Наливаем заварку и кипяток. Какао и чай. Кто это нам звонит? Алло. Федя, ты можешь помочь машинам на стройке? Конечно. Он скоро будет, не переживайте. Привет, друзья! Здравствуй, Федор! Мы готовим строительную площадку. Здорово! На стройке нужно надевать каску. Смотри, это кран. Установим его сюда.
я установил откидной мост. Хорошо, теперь можно и на работу. Сколько с нас? 2 какао плюс 1 чай. С вас 3 копенака. У нас есть 5. Спасибо. Ваша сдача 2 копенака. До свидания. До свидания. Приезжайте еще. А мне нужно убрать со стола. Что-то Феди долго нет. Алло. Федя, что ты там делаешь так долго? Мы все еще строим. И машинки очень проголодались. Ты можешь приготовить нам, пожалуйста, 2 котлеты по-киевски? Посмотрю, есть ли курица в холодильнике. Ждите. Отлично. 2 куриные грудки. И масло. Ты знаешь, как готовят котлеты по-киевски? Сначала берут сливочное масло. В него добавляют укроп. Вот такой. Дальше перец и соль. Перемешиваем. Начинка готова. Теперь займемся курицей. Каждый кусочек курицы нужно отбить. И завернуть в него масло с укропом. Теперь панировка. Панировка – это мелкие-мелкие сухарики. И на сковородку. Осталось подождать совсем чуть-чуть. Феде понадобятся 2 тарелки. А котлеты положим в кастрюлю, чтобы они по дороге не остыли. Грузовичок! У нас доставка! Да, нужно отвезти обед на стройку. Справишься? Конечно! Надеюсь, строительным машинам все понравится. Ух ты! А вот и доставка из кафе на дереве. Объявляю обед. А,
Как аппетитно выглядит! Ага, интересно, что там внутри? Приятного аппетита! Спасибо! Очень вкусно! А стройплощадка готова! Пойду посмотрю, как дела у Маши. Пока!